Привет! Вы на канале Виктор, как все, будет новое видео. И сегодня у меня будет... О, у нас вот эта игра, вы там видите. Она бесплатная, так что можно так. Во-первых, куда мы пойдем? Я влево пошел. Gary won that game of rock, paper, scissors, fair and square. I'm a knight and will honor this loss. You know that he always takes paper. Why did you take rock again? Well, I thought that since he knows that I know he always takes paper, that Gary would want me to think that he would be taking something else this time. And Gary knows that you know that he knows that you always take rock, which is why he tries to make you think he thinks you are taking something different. And so, he ends up just taking paper. О, тут зомби! Зомби насыпаются, ребятки! Сейчас мы будем... А там... О, ничего себе, какие красивые зомби! Как я его потихоньку... Все, готово! Так, ну теперь немного, мне кажется, потише. О, нет... Они бегут! Так, сейчас мы должны появиться. Так. Так, у меня есть манна. The throne room is the safest place. Я понял, я должен делать им пики. Defend against zombies. Place traps along the path. Different traps can be placed in different locations, like the floor, walls, and ceiling. Placing traps costs mana. Так, сейчас мы все поставим. You gain mana by defeating the enemies. Все. Over time, you will get new traps through unlocking different achievements. Now, go get them. Все, смотри, да, так, давайте нажимаем на старт. Мне есть вот такая мальчик и есть молот. Ну, мне очень нравится. Так, давайте стреляем. Получите! Иду в атаку! На, вы получите, на! Нету даже из жизни! Вау! Мне здесь дракончик, который... Дракончик! Мне есть тики, это тоже! Вот так я могу! Она наступают! Давай! Не даем ему! Так, они идут, чтобы они в королевство попали, но их очень, их слишком много. На! Я их просто убью. Все, победа, ребятки. Так, мне опять дали ману. И нам сейчас надо... Так, ставим. Все, мех больше нету. Можно уже ставить, но мне одно очень нравится. Если вам тоже нравится, можно, вы можете поставить лайк, ну и подписаться. Я знаю, что вам это нравится. Пил. То есть я понял. То есть мы можем и так их убить. Ну, это круто, мне нравится, что мы можем издалека. Там есть люди такие. Не вопрос, зомби в окне находится. На! А что это делает? Знаешь, я не понимаю, что это делать. Ну давай попробуем. Опа! Может, я его просто сбрасываю? На! Короче, ладно, не заявки, мне потом можете что-то написать, как комментарий, чтобы я больше понимал, но... Хотя, можно даже посохом еще. Так, тут еще три волны, у нас не сидеть манна. Пошли ставить наши пушки. Так, ребятки, давайте вот сюда поставим. Так, сюда больше нельзя, сюда можно? Нет, нельзя, да? А можно это убрать как-то? Нет, нельзя. Можно вот сюда поставить пики, чтобы было, были они. Ну все, больше нельзя, так что давайте начинаем играть. Короче, давайте. Ну что, я с посохом. Мне видите, какой крутой скин. Вот так я буду, когда я лучший. Так, их еще больше стало.
стреляю, стреляю, стреляю. А я понял, они становятся... Я понял, кажется, может они становятся огненными зомбиками. Ну, а это он делает. А я ничего не понял. На. А, я понял, вот это такой навык. Допустим, вот так. Опа! Допустим, так. На! На, получите! У меня меньше жизни! Давай! Ура! Так, можно дальше играть, теперь есть. У меня новая инвокнулась. Ну да, мне тут есть. Плей, это... Давай дальше, ребятки. Так, Эндалс теперь можно и... Ага, то есть можно... Второй уровень, погнали на второй. Погнали на второй уровень. Yeah. Так, мы дальше идем. Обломки. Так. Сейчас что надо, нам нужно. Корт. Экзит. Ага, теперь мы должны защищать этот наш экзит. А где зомби-то идут? Отсюда идут зомби. Вряд ли они. Ага, то есть они будут. Вот так, они тоже будут так идти. То есть они будут идти и прямо до сюда. Если они так идут, то тогда у них слабо. А, мы видим. Так, ну я думаю, там лучше вот так, да? Так это поставить. А-а-а! Мне кажется, вот это самый крутой. Мне, да, мне вот эта вещь, это кажется, самый крутой. Ну можно еще и вот сюда поставить, в принципе. Сюда шипики. Так, мне еще здесь манна. Нет, больше нет манны. Все, ну я, в принципе, много поставил, теперь будет полегче играть. Все. Так, ребятки, нам нужно защищать наш экзит. Ну что, ребятки, готовы? На! Стреляем! На! Их еще больше, ребятки, их еще больше! Их больше, чем раньше, так что надо... Их как тут много! Мне кажется, надо было тут ставить, так. А, я понял, тут еще и килы у нас будут. Манна! Они идут все дальше. На! Но нас потихоньку толпа, так она слышит. Меня живут, надо бежать. Как вот эта башня? Давайте посмотрим. Вау, вот это самая крутая башня, которую я видел. На! Это можно так, не надо вот там тоже. На! Победа, ребятки! Так, думаю, лучше всего поставить и вот сюда эту цель. Ну и поставить вот сюда эти пики. Сюда нельзя, надо вот так это ставить. Сюда можно. Так, можно сюда еще поставить. Ну и все, в принципе. Давайте, ребятки. Стартанем. Побежали. Ведь можно там еще одну такую вещь построить. В принципе, мне нравится эта игра. Если вам тоже нравится, вы можете поддержать и делать такого больше контента. Ну и быстрее делать видео. В атаку! Вот тут очень много этих шипов. Они просто все делают так, чтобы они... Стрелы пошли! Ребятки, у меня такая тактика, я тут уже почти всю орду выиграл. Надо было делать раньше. Вот это кофе, да? Ой, какой... Куда? Где минус? Это был последний, но было очень легко. Ну, если подумать с прошлым, то это было вообще намного легче. Надо вообще было так всегда делать, так. Давайте вот эти шипы. И сюда поставить. Ну, мне больше не хватает. Пошли.
А тут можно было... А нет, нигде. Можно поизучать, может что-то такое есть? А секретка, не знаю. Вы можете написать в комментариях, кто играл. Ну ладно. Так, еще есть... Нас еще надо две волны вытерпеть. Так, берем свой посох. Кстати, я очень элитно выгляжу. Жди. На! А их много, ребятки, их очень много. Как-то их слишком много. Но мы их не боимся, потому что их просто... На самом старте же можно их просто всех выиграть. Вот просто надо вот сюда было поставить их много, и все. Сюда надо просто этих шипов поставить много, как можно. И правильно их надо ставить. Ну что, давайте, ребятки, давайте. Куда? Это вот так он. Все. Вообще легко. Все? Нет. Ну, мы то сюда можно. Может, я надо... А, да, ну сюда можно поставить, в принципе. Надо смотреть на стены. Если можно, то надо ставить. Можно вот сюда тут. Вот сюда спику. Вот сюда можно. Я не знаю, что он говорит, но он скажет. Ну, можете, если не скажете. Ну, или не писать. Сюда нельзя пока. Так, Так, ага, вот он, мусорка все это время было, можно убирать. Ладно, теперь я буду знать. Ну что, ребятки, погнали! В атаку! Сейчас эти зомбики пойдут на меня в атаку, но я буду не страшен. Давайте. Их еще больше. Это же четвертая волна. Или это только лишь второй уровень? А их много. На! Может, это делает оглушение? Да, видимо, это делает оглушение. Я не знаю, как это делает. А, понял. Что-то их как-то слишком много. Бежим дальше. А, то есть мы берем и стреляем. Я теперь понимаю, как надо. Мы выиграли. Я теперь научился этим молотом пользоваться нормально. Так, я теперь могу две новых башни. То есть теперь их защита, ну и все. Всем спасибо за просмотр, за лайки и за подписку. И я вам хочу сказать, что скоро выйдет новое видео, если вы поставите много-много лайков. Всем спасибо за просмотр. И немного кто еще надо подписки, уже почти 100%. Да нет, 100%. Просто подписывайтесь. Всем пока-пока.